Привет всем, с вами Света. Сегодняшнее видео хочу посвятить омега-3, это рыбьему жиру, который просто необходим для нашего организма. Почему необходим? Хочу сказать, что сухая кожа, ломкие ногти, перхоть, выпадение волос, гормональные нарушения, ухудшение памяти, расстройства кишечника, быстрая утомляемость, простуды у детей и так далее, это все нехватка омега в нашем организме. Я хочу остановиться на двух пунктах. Первый я уже как бы осветила в двух словах. Я не буду много говорить, лучше один раз увидеть, чем 7 раз услышать. И второй, как бы пункт, на котором бы я хотела остановиться, это почему же все-таки омега-3 я предлагаю именно продукцию кораллового клуба. Потому что должна быть качественная продукция, она должна приносить пользу. И для этого я приготовила опыт, чтобы мы все, сейчас я вам покажу, вы посмотрели, почему же именно эта продукция. Для этого опыта я беру 2 стаканчика парафин. Почему парафин? Потому что мы все знаем, что рыбий жир омега-3 убирает холестерин, выводит холестерин из нашего организма, выводит холестериновые бляшки из нашего организма. Парафин, он по своей консистенции напоминает именно парафиновые бляшки. Так вот, как работает именно рыбий жир? Я беру 2 стаканчика. Сюда вот крошу парафин в один и во второй стаканчик. В один стаканчик я сейчас разведу вам. Что ж такое? Рыбий жир именно кораллового клуба. Чтобы вы посмотрели и увидели. Потому что можно рассказывать очень долго, очень много. Почему же, как же нужно употреблять и зачем. Лучше вы увидите это видео один раз и поймете. Все сразу станет на свои места. Сюда я, значит, вот коралловый клуб. А во второй стаканчик я специально зашла в аптеку, в фармасе. Купила обычный фиш ойл. Который есть на всех полках, магазинах. Ой, запах. Фух. Прям рыбий жир. И его я разрежу вот сюда. И мы посмотрим сейчас результаты, как что работает и почему. Сейчас я возьму салфеточку, потому что я вся просто очень квахну. Вот. И вот теперь мы размешиваем и смотрим. Наташ, можно прямо вот сверху снять? Вот здесь и вот здесь. Видите, что делается? Вот здесь, где обычный рыбий жир, а обычный фиш-ойл, который купленный в аптеке, ничего не происходит. А здесь идет растворение вот на глазах. Вот то же самое, вот так же... омега выводит холестериновые бляшки у нас из организма. Поэтому вы можете сами определить и увидеть, почему и зачем и как. Вот, видите? Здесь ничего не происходит. Вот как я накрошила, так оно все и держится, и есть. А здесь... Поэтому я вам хочу сказать, когда вы обращаете внимание и делаете покупки, вы не смотрите на цену, потому что хороший, качественный продукт, он не может стоить 3 копейки. Вот здесь 30 капсул. 30 капсул это на месяц, по одной капсуле в день. Стоит в коралл-клубе $14. Здесь 120 капсул, 4 раза больше. Причем покупаешь одну банку, вторую дают еще в подарок. Это стоит тоже $14. То есть, получается, в 8 раз дешевле. Смысл? Да, 8 раз дешевле, но только толку никакого. Здесь это работает, здесь это все выводит. Здесь ничего вообще. Пил, не пил, принимал, не принимал. Можно сюда и 8 капсул развести. Толку не будет никакого. Мы можем еще одну капсулу сюда разрезать. Уж попробовать, так попробовать. Может быть, количеством возьмем. То есть не гонитесь за дешевизной.
ребята. Смотрите на качество продукции. Вот. И еще, вот здесь вообще уже ничего нет. Все растворилось. Здесь никак. Я уже добавила еще одну капсулу. Ничего не работает. Жир сверху плавает. Поэтому, когда употребляете, выбирайте качественный продукт. Чтобы это все работало, чтобы это все вам помогало. Почему именно коралловый клуб? Почему именно? Потому что здесь именно вот называется омега-3-60. 60 это 60% концентрации именно рыбьего жира, вытяжки из рыбьего жира. Очень хорошая концентрация, очень хорошая продукция, сделана из рыбьего жира рыб северных морей. То есть это необходимо. Почему это нужно употреблять ежедневно, хочу вам сказать. Потому что еще это касается детей, это касается в первую очередь людей-вегетарианцев, которые мало употребляют рыбу, которые мало употребляют морепродукты. Мой ребенок вообще не ест ни рыбу, ни морепродукты. Поэтому вот, да, для детей есть в коралловом клубе вот такая вот детская омега, которая в апельсиновой оболочке. Дети с удовольствием это употребляют и очень помогает. То есть я своему ребенку вот это покупаю. Потому что это все необходимо нашему организму, и никуда от этого не денешься. Но, коль мы не можем как бы съесть достаточно продукции для того, чтобы получить необходимую, как говорится, омегу, концентрацию. Представляете, сколько нужно съесть рыбы, сколько нужно съесть в день морепродуктов, сколько нужно съесть авокадо, орехов и так далее, чтобы получить необходимый объем рыбьего жира омеги-3 в организме. Очень много. Легче просто принять одну капсулу. Пожалуйста, все хорошо, замечательно. Вот то, что коротенькое видео я хотела рассказать и хотела именно вам посоветовать. Прежде чем делаете выбор и делаете покупку, вы, пожалуйста, посмотрите и обратите на качество. Вот то, что у нас получилось в итоге. Это коралловый клуб, это обычная омега из магазина. Поэтому вот и все. Спасибо всем большое за просмотр этого видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь со своими друзьями, рекомендуйте, звоните, пишите. Буду очень рада вам ответить на все ваши интересующие вопросы. Всем пока!